Приветствую всех, кто заглянул на вторую часть обзора на видео Самвела. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. С грехом пополам получилось у бабы Тани застегнуть куртку. Пытается она ее оттягивать в области желудочка, который у нее всегда улыбается после употребления любой пищи. Видно, что куртка ей мала. Несмотря на то, что баба Таня говорила, что не получится у нее застегнуть куртку, смогла застегнуть, но только потому, что на ней было тоненькое платье. Если она наденет свой толстый свитер, все, куртка 100% не застегнется. Вообще, вот я вспоминаю, какие ей вещи накупила Олеся, они такие странные. Вот эти розовые кроссовки. Она ходила же покупать с бабой Таней, Самвел выделил 20 тысяч, и они как пошли, как разошлись, купили вот эту куртку. Также купили, помните, у бабы Тани, вот этой осенью она носила, такая коротенькая светлая куртка с розовыми цветами. Но вот она как-то не так давно ее надевала, по весне она ее носила. В общем, половина вещей были на тинейджера. А вот эта куртка, она, конечно, такая уже, для нее она подходит, но она изначально была неудобной именно потому, что она была длинной. Нужно было покупать все-таки покороче. Зачем ей в самом деле вот такая длиннючая куртка, ей неудобно ее застегивать. Она даже ходить в ней нормально не может, она сковывает движение, ну, непривычно человеку. Слишком она и объемная какая-то, и длинная. Сейчас, когда у Самвела есть своя машина, ей эта куртка вообще просто ни к чему. Но она ее носила, и явно эта куртка грязная. 100% кто будет покупать, должен иметь в виду, что никто эту куртку стирать не будет перед отправкой. Так что человеку еще придется заниматься чисткой этой куртки. Самвел посмотрел, как мама ходит, начал на нее орать из-за этой походки. «Ты даже ходить разучилась, ты только делаешь, что жрешь и по кровати катаешься. А гимнастику делать там тебе на ум не приходило? Что приседания надо делать, что шевелиться надо?» Мне так смешно стало, а он сам это делает. Ему, когда зрители пишут: «Самвел, мало просто похудеть. Надо немножечко шевелиться, заниматься спортом, ну или хотя бы как минимум делать гимнастику». А он отмахивался и говорил: «Ой, нет, ребята, я такой ленивый, я никогда этим не занимался и заниматься точно не буду. Я пытался ходить в тренажерный зал, нет, это не для меня». У него рвота открывалась, представляете? Вот бабе Тане надо напомнить этот случай, чтобы она сказала: «Я когда начинаю делать приседания, у меня рвота открывается, я не могу заниматься, вот как ты, ты же тоже не можешь, вот и я не могу». Вот пусть сейчас Самвел посмотрит на свою мать и видит, что его ждет в будущем. Он уже ленивый. Он уже говорит о том: «Ребята, я ощущаю, мне 43 года. Силы не те, лапы ноют, хвост отвалится, шерсть растет какая-то уже не такая, как росла раньше». Понимаете, уже 43 года человек об этом говорит. Подниматься на пятый любимый этаж ему трудно. Мама должна стрекозой взлетать. А он стрекозел не может. Ему тяжело, а будет еще хуже. Пока машины не было, он хоть как-то двигался, ходил пешком. Сейчас везде и всюду он передвигается на машине. Это тоже не добавляет ему здоровья. Об этом Самвел не думает. Начал говорить мамке: «Ну тогда давай гроб покупать, раз такое дело». Вот недавно зрительница на вопрос, кстати, Самвела в ТикТок, куда мама копит деньги, ответила ее же словами: «Красивый гроб». Баба Таня очень много раз об этом говорила. Когда Самвел спрашивал: «Ну куда ты в кубышку все складываешь?» Она говорит: «Я гроб хочу красивый». И начала расписывать, какого цвета, какой он должен быть, как она там должна в этом гробу выглядеть. Она расписала свои похороны от и до. Она хочет пышные похороны. Так Самвел так раздухарился: «Какие тупые люди, как вы тупо шутите!» Это он той зрительнице отвечал. «Это не смешно вот так вот мне писать про мать, что она копит на гроб». Ну и заблокировал он ту женщину. Сейчас он стал говорить матери то же самое: «Давай купим тебе гроб, ну это же он, ему все можно». Против себя же он возмущаться не будет. А баба Таня, честно говоря, молодец. Я не ожидала от нее, но в этот раз она действительно молодец. Она отнеслась к его словам с юмором: «Покупай, я буду в нем лежать. Посмотрю на себя со стороны, как я буду там в нем выглядеть». А что еще можно было ответить? На дурацкий вопрос она дала дурацкий ответ. Как аукнулась, так и откликнулась. Поприветствуй ответ.
Ну и пусика мама похороним вместе с тобой. Вот дурне аж крутится, ну так и ляпнуть. Говорит, в Индии, если муж умирал, жену сжигали вместе с ним. Ну я тоже читала, и про это читала, и что в Древнем Египте, если фараон умирал, с ним хоронили и всех жен, и слуг, и животных, и одежду, и утварь. В общем, считалось, что там ему это все пригодится. Вот все, чем он пользовался в реальной жизни, максимально хоронили вместе с ним. Господи, даже коней, с ума сойти просто. Баба Таня распереживалась за котика. Ты будешь продавать квартиру, если я помру? Продавай вместе с пусиком, чтобы за ним хорошо присматривали. Он такой хороший, он тут привык, он не шкодничает, нигде не лазит. Самвел говорит, еще чего? Я пусика никому не отдам. Я либо сниму квартиру, либо Ире отдам. Баба Таня на эту идею сразу замахала руками негативно. Ира только языком болтает. А вот с этим я абсолютно согласна. Если человек хочет завести себе животное, он не будет из года в год только телепать языком об этом. Она уже могла бы несколько раз либо с улицы подобрать животинку, либо купить себе породистую, ну, если так хочется. Ну что ж, имеет человек полное право за свои деньги в свою квартиру. Не хочет брать бездомыша непонятного с улицы, хочет купить. Ладно, но она не сделала ни того, ни другого. Далее баба Таня продолжила, а если им придется убегать? Она прям, я смотрю, не сегодня, а завтра собирается помирать. Вот прям и уже всю ситуацию буквально продумала, что кому придется делать. В общем, говорили, и разговор плавно перешел на президента. Не устраивает президент. Вот что он обещал, а? Мы его выбрали, мы за него проголосовали, что он молодой, что он сможет навести порядок. А он что натворил? Надя говорит, и я за него голосовала. Баба Таня говорит, а вот киевляне сразу сказали, что клоун нам этот не нужен. А кто эти киевляне? Про кого они? Это про Игоря с женой? Болтун, находка для шпионов. И странно, что Самвел не кинулся защищать своего президента. Он же говорил, что за него пойдет до конца. Вот буквально скажет отмечать Новый год летом, значит, он будет отмечать летом. В этом году у Сытников он об этом говорил. Они собрались, по-моему, 6 января, никак не могли определиться, какой праздник они в данный день отмечают. И Самвел говорит, я отмечаю тот праздник, какой сегодня отмечает наш президент. Я за него хоть в огонь, хоть по шею в воду. Интересно, вот зачем он оставил эти слова матери в ролике? Забыл вырезать или специально, чтобы дразнить гусей? Ему мало хейта, да, от соотечественников. Он хочет еще добавить. Давайте, пишите, зацепить. Самое главное, ему зацепить. Ну или, так сказать, порадовать другую сторону. А, вот видите, да, мы тоже недовольны своей властью. Так что пишите все, что угодно. Мы вас тоже в этом поддерживаем. Непонятно зачем. Вот просто человек, знаете, снимает все подряд, потом все подряд выкладывает. Для чего? А только для контента и для раскрутки канала. Все. Это единственное, ради чего он всем этим занимается. А дальше разговор пошел про Надю. Ох, как Надя смертельно обиделась на слова Самвела. Самвел дал добро своим модераторам блокировать тех, кто будет писать гадости про Аню, вот которая выслала вот эту последнюю посылку, которую разбирали у Коли дома. Говорит, блокируй и блокируй тех, которые пишут гадости про меня. А вот те, которые пишут гадости про Надю, не блокируйте, иначе придется заблокировать всех. И заржал. Так ему сказала он буквально дословно Вика из театра. Когда у Самвела шел спектакль «Хитрый лис», он решил показать его своим зрителям в ТикТок. Кабучие ютубовские недостойны были смотреть этот спектакль. А вот тиктоковские кицуньки очень даже достойны. И он разрешил Вике блокировать тех, которые будут писать гадости. Вот тогда она и сказала, что да, она кое-кого заблокировала. А вот тех, которые писали про Надю, она блокировать не стала, потому что слишком много было негативных комментов в ее адрес. Тогда пришлось бы блокнуть абсолютно всех. Я не буду говорить за все стримы, но если мне удавалось выделить время на чтение чата при просмотре его трансляции, я заметила, что не очень много было плохих комментариев в адрес Нади. Может быть, это такой момент попал?
много было таких, которые Надю защищали, писали, она хорошая, она трудолюбивая, вы Самвел с мамкой ее недооцениваете и вообще должны быть ей благодарны по гроб жизни. Начинали ругаться с другими зрителями, которые доказывали, да вы что, ослепли, Надя же ужасный человек. В общем, при просмотре этого спектакля я вообще выключила чат, ну, чтобы нормально можно было смотреть, не закрывал. Там, получается, половина экрана видео можно смотреть, половина этот чат. Ну, нафиг мне нужен чат, что там пишут люди. Я хотела посмотреть этот спектакль, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Писали на Надю гадости или нет, сейчас пришлось обрезку видео сделать, потому что я сказала... Не на Надю, а на Гадю. Там Надя, гадости, у меня это все сошлось в одно. Я назвала Надю Гадей. Кошмар какой-то. В общем, Надя зря, конечно же, обижается. Вот если Самвел в самом деле, ну, подумала бы она сама, если вот он будет удалять всех, которые пишут плохое, он же заблокирует большую часть своих зрителей. Иногда он даже в отношении себя же делает вид, будто не замечает комментариев, ну, только чтобы не блокировать всех подряд, иначе получается слишком много заблокированных. Это же тоже не есть хорошо. Я, кстати, все хотела спросить и забываю. Недавно Самвел говорил, что он заблокировал Ольгу Димон. Я припоминаю эту зрительницу. Я только не знала, что она снимала ролики. Ну, Самвел сказал, что не такие, как сейчас снимает для него зубоскалка. Но я так поняла, что что-то вот в этом роде. Но я помню этот ник. Коля как-то выступал в защиту Ольги, говорил, «Самвел, не трогай ее, это хорошая зрительница». И я вот ее запомнила, что она топила за Колю, но она всегда выступала против Самвела. Она его троллила, там как-то подначивала. Кто читает комментарии на канале у Самвела? Он действительно ее заблокировал? Ее комментарии больше не встречаются в чате? Или просто болтнул языком, что он ее блокнул? Кто знает, напишите, пожалуйста. В общем, недолго Надя гневалась на своего бога. Как только он отправился на кухню, она тут же побежала за ним вслед в надежде до отвала накормить его. У нее капусточка тушеная, поешь, Самвельчик. Он говорит, я только попробую, вот прям возьму вилочку, не буду вот много раз лезть в этот котелок, я только один раз вот подцеплю на вилочку, попробую, и на этом все. Попробовал, вкусно. Ну, у Нади аж, знаете, на душе и на сердце оттаяло. Обижалась, и как быстро она отошла. Стоило только похвалить ее стряпню, и все. И сразу же она подобрела. Весь ее гнев как ветром сдуло. Вот действительно, правильно Самвел сказал, когда она вот это бесновалась, там рвала и метала, гром и молнии летели. Он говорит, ой, вы подивитесь на ней, недогарская актриса. В самом деле, так и есть. Актриса еще какая. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.